Я приветствую всех на своем канале, с вами Каиса, и я начинаю новый прототип второго Crash Bandicoot от 29 сентября 1997 года, еще ближе к финалу, но тоже имеет какие-то свои отличия, ни разу не играл. If we don't have any friends left on the surface, then we need to find an enemy. Crash? Crash? Crash! My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Так, ну вроде начинается все то же самое. Интро. Да, у нас. Кстати, опции. Что у нас в опциях есть? Музыка на 75, давайте прибавим. Так, я не буду заморачиваться в этот раз с собиранием всех вумбов. Буду стараться побыстрее проходить это все. Так, ну, возьмем жизнь. Так, я не знаю, сколько тут коробок. Тут мы тоже, конечно же, не сможем перепрыгнуть туда, за портал. Ну что ж, первый этаж, все заново. А, кстати, выключаются голограммы вот эти. Может, тогда и не стоит их смотреть, потому что... Кстати, тут мы ничего не можем. Так, давайте сохранимся, посмотрим. Создадим сейф. Или он имеется, или не имеется. Нет, скорее всего, эмулятор Midnuffin, он вообще универсальный такой, что... создает новую карту памяти для каждой игры, даже если совпадает регион. Так, ну то же самое все будет, может, отличий не будет особо много. Так, Turtle Woods, отправимся в Turtle Woods. Пока вроде все то же самое. Так, бежим, бежим, бежим. Не буду я собирать вумпы. Так, давайте на трудную дорожку сходим сразу. Пофиг мне на эти вумпы, вот честно. Мне главное коробки сбить. Так, тут птица, птица. Здесь нитро. Тут стрелка. Так, ну все, можно спускаться вниз. Не будем запариваться со сбором жизни, все равно у меня их много.
все разбиваем. Так, не знаю, может быть количество коробок как-то будет отличаться. Тут надо запоминать. Так, вторая маска, чекпоинт. Даже врагов этих убивать мне не хочется. Вот сейчас вот. Так, пойдем в бонус. Бонус тоже веселый. Так, я жизнь не взял, да? Ладно, жизнь возьму. Целиковую жизнь отказываться не буду. А, этот уровень надо еще будет пройти без камня. Точнее, без ящиков. Так, и тройная маска. Ямы надо перепрыгнуть. Постараться. Да что такое? Отстаньте от меня. Так, берем кристалл. Все, 62 коробки. Этого хватит. Да, это гем. Кстати, гем опять не отображается вот здесь вот. Только кристалл. Так, а выключается танец Крэша, интересно? Да, танец Крэша хоть выключается, ура. Значит, это будет быстрее немного. Ну да, это уже близко к финалу версия, мне кажется. Хотя звук вроде другой немного. Так, ну попробуем пробежать без сбора ящиков. Собрать синий гем. По-моему, это уже сейчас скоро будет. Нет, ящик не сбил. Хорошо, так. Ура, получилось с первого раза. Так, черепаха, отвали. Вторую яму перепрыгнул. Так. И третью яму перепрыгнул. Ура. Прям тайм-триал какой-то. Берем синий гем. Все, с этим уровнем покончено. Еще раз сохраниться, танцы Крэша не смотреть. Следующий уровень Snow Go. Ну, можно, конечно, опять-таки спереть камень. Красный. Ладно, сейчас посмотрим. Так, у меня тройная маска. Так, вроде все тут сбил, да. Окей. 10 коробок. Ай-яй-яй, поторопился вот тут я.
потерял масочку. Ну да, ладно, давайте по-честному проходить будем. Так, бонус. Еще коробки, 10 коробок всего в бонусе. Вторая маска, деактиватор нитро, чекпоинт. Так, ну и тут две коробки. Ух ты, сволочь. Зацепил меня, гад. Так, окей. Моржи. Так, 74 коробки. Да, ем. Нам в любом случае надо будет пройти альтернативный вход, так что... Все потом. Так, сохраняться. Да, ну давайте почаще сохраняться. 7% уже пройдено. Третий уровень. Хэнгайд. Речной. Берем вторую маску. Ну да, этот уровень надо будет потом на время проехать. Пока на сбор ящиков мы его пройдем. Бонус. Шесть коробок, отлично. Жизнь. Один с коробок. Возвращаемся на уровень. Только еще даже время не кончилось. А, кстати, уже можно синегемовую дорожку посетить. Там вроде должны быть простые ящики тоже. Так, бегемотище. Чекпоинт. Ох, ну да, тут надо активировать ящики. Активатор. Возвращаемся назад. Так, окей. И стоять. Вроде все ящики сбил. Так, пережидаем. 54 коробки. Деактиватор нитро. Заодно. Так, и давай, возвращай меня в обычный уровень.
кристалл. Чекпоинт. Окей. Поехали дальше. Надеюсь, я меньше помирать уже буду. Все-таки два раза подряд играю. Так, 74 коробки. Берем гем. Так, и сейчас попробуем на время сразу же пройти этот уровень. Голограммы я не смотрю, потому что, ну, вряд ли они будут отличаться по сюжету чем-то. Поэтому чисто уровни. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поторопился. Хотя можно было вот так вот сделать. Вообще не париться. Минута у меня есть. Так. Так, 45 секунд. Должны успеть, если нигде не затуплю. Тридцать секунд. Так, сейчас трамплины. Последние мины. Да, успеваю. Запас хороший. И это серый гем. Третий уровень пройден. Сохраняемся. Так, следующий, по-моему, уровень The Pits называется, да. Я помню, как проходить его. Так, ты мне не нужна, черепаха. О, у меня тройная масочка. Погнали. Сейчас будет тройная маска. Так, сперва налево. Берем чекпоинт. Так, разбиваем тут коробки, активатор. Так, две птицы подряд. Отлично. Берем кристалл. Так, теперь черепашки. Так, ну что ж, теперь надо возвращаться назад. Осторожно, ямы. Не помню, сколько было всего ям. Еще одна. Там еще должна быть, по-любому. Так, 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 так. Да, все, вернулись на развилку. Теперь направо. Слева. Череп.
черепашки. Черепашки-ниндзя. Ну ладно, не буду эту убивать прям всех. Так, вот, две жизни. Птица. И все, вышли к общему пути. Чекпоинт, яма. А, еще в бонус я не ходил. Такие тяжелые ящики. Тут надо до активатора добраться. Ох, одним ударом снес. Жизнь берем. Так, и тут еще две жизни. Так, ты мне там все разрушил? Да, все. Окей. Так, тут еще две коробки. Раз, два. Все, бонус пройден. Идем дальше. Так, яму перепрыгиваем. Обломайтесь, господа. Так, 53. Коробки. Четвертый уровень тоже пройден. Так, сохраняемся. Пятый уровень. Crash-dash. Убегание от камня. Ну что ж, побежали. Так, говорил себе, наплю ты на эти вумпы. Нет, я их продолжаю опять собирать. Так, где-то мины тут должны быть. Давай, Крэш. Понаставят же тут мин. Еще всяких молний. Так, чекпоинт мне сам разбили. Сами разбили. Ой-о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 й. Я что-то замешкался. Так, нитро ящики. Это без меня, пожалуйста. Так, берем кристалл и отправляемся в бонус. Так, ты там себе прыгай на здоровье. Ах, жизнь. Так, 5 должно быть ящиков. Так, а тут прыжки, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Так, ну еще два ящика. Так, возвращаемся на уровень.
Так, вот сейчас, по-моему, сложный будет момент. Или не сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут я поторопился. Так, справа ящик. С вот этой стороны надо подготовиться. Так, есть ли тут еще? Я вот не помню. Так, 44 все сбил. Фух. Давайте гем. Так, и этот уровень пройден. Готовимся к боссу. К боссу, к боссу, к боссу. Так, сохраняемся. Сколько процентов? 17. Уже 17. Так, ну что ж, давай лифт. Вези меня. А, этот как бы Рипер Рух, первый босс. Подальше от нитро. Так, подбегаем, ушатываем его. Так, не помню, куда здесь надо становиться. Так, сейчас опять нитро будет. Вот сюда, что ли? Да, вот сюда. Риппер. Так, опять ТНТ пошли. Так, ну а теперь нитро. Все, готов, Риппер. Танец Крэша. И первый этаж пройден. Так, заставки могу я выключить сразу? Могу. Замечательно. Так, сохраняемся. Я благодарю вас всех за внимание, с вами был Каиса, всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока!